Получи бонус до 25 тысяч рублей в букмекерской компании BetWinner. Ищи BetWinner в интернете и испытай свою удачу сегодня. Сегодня подтвердили, что погоня за беглецом, терроризировавшим город, закончилась на южном берегу промышленной зоны. По данным источников, переговоры между лондонской полицией и подозреваемым окончились неудачей. Отряд «Браво», вперед, вперед! Тактический ответ – единственный оставшийся вариант. Представитель МЕД установил личность подозреваемого. Кто я? Тот, кто сейчас произнес свои последние слова. 24 часа в Лондоне. Допрос начали 14 января 2018-го. В нем участвовал Тед Мосби. Также присутствовали инспектор Саммерс и офицер Лэнг. Мистер Мосби отказывается от своего права на адвоката, будучи осведомленным о своих правах. Расскажите мне все, что вы знаете о вчерашних событиях, включая убийство нескольких человек, 10 офицеров по тактике и детектива Скинли. Я ничего не знаю. Будьте добры. Узнайте уже что-нибудь. Насколько известно мне, вы были в самом центре событий. У вас ничего нет, иначе я бы тут не рассиживался с вами, как на рыбалке. Мне не нужно рыбачить. Вы уже на моем крючке. Просто пока об этом не знаете. Мне нужен адвокат. Ваше право, пожалуйста. А пока вы будете в камере ждать его приезда, я допрошу еще кого-нибудь. Список у меня длинный. Кто-нибудь да заговорит. Тогда ваши слова уже не будут меня интересовать, и ни о какой сделке речи пойти не сможет. Никто не упоминал ни о какой сделке. Вчера с утра я забрал его у тюрьмы. Во сколько? Рано, около 8. Забрал и довез до брата его сестры, вот и все. Не останавливаясь на улице, скажем, Сигейт. Видите? Я сказала, вы у меня на крючке. Может, начнете сначала? Ладно. Я забрал его. Сделал остановку на улице Сигейт. Потом мы поехали в бар. И... все. И что он делал внутри? Да ладно. Он 10 лет в тюрьме сидел. Как вы думаете, что он делал внутри? Назовите мне имя. Назовите имя женщины. Да, точно. Рошель. И... почему же он пришел увидеться с вами? Он мой старый друг. Старый друг. Он отсидел 10 лет, когда его посадили вам... сколько было? 12? Это не значит, что мы друг друга не знаем. Да бросьте, мы обе все понимаем. Не нужно ничего скрывать. Мне не интересны вы и ваша профессиональная деятельность. И все же я здесь. Я просто составляю схему его передвижений вчера. К вам он приехал где-то без 15:09. Где-то так он пришел поговорить. Поговорить? Да, поговорить. Он больше десятилетия с женщинами не говорил. И раз он мой старый друг, тем для разговора нашлось немало. Правда. И о чем же вы говорили? Как обычно, о жизни. Было что-то еще помимо разговоров? Я его накормила. Накормила? О, да. Он был ненасытен. Что-то еще после того, как он поел? Мы еще поговорили немного. И когда вы завершили вашу беседу? Я указала ему на дверь, и он ушел. И все? Постойте. Было еще кое-что. Он попросил одолжить телефон. Надеюсь, это не очередной эвфемизм. Нет, я всерьез. Знаете, кому он звонил? Нет, но я слышала разговор. К концу он накалился, они договорились встретиться позже. И до конца дня вы его больше не видели? Не совсем. Вечером я его тоже видела. А где это было? Понятно. Мистер Мосби был там? Тедди? Конечно. Он подвез меня. Oh,
Здорово. Ты где? Мы у часовни. Deep and dark and dangerous, this world ain't full of angels. I'm looking from the other point of view in different angles. It's worth it, so we worship. Life we're calling curses, the worst is what sheep are reeling herding. Мэм, к вам пришла миссис Асвар. Спасибо, пусть войдет. Спасибо, что зашли, миссис Асвар. Рада помочь. Хотя я его хорошо не рассмотрела. Ничего. Мы здесь, чтобы услышать, что именно вы видели. Ладно, в общем, я обедала. С вами был кто-то? Нет, я была одна. Прошу, продолжайте. Конечно. Как я и сказала, я обедала, когда вошел какой-то здоровяк. Подошел к другому мужчине, который сидел за столом. Затем послышался щелчок, грохот, и тот ушел. И это все? Вы слышали, что они сказали друг другу? Был какой-то спор. Любая деталь может помочь понять, что случилось. Не торопитесь, подумайте. Я постараюсь. Итак, начнем сначала. Что вы ели? Я ела вегетарианский обед. Картофель с маслом и сыром. Я помню, как открылась дверь, он вошел, и свет меня ослепил, потому что я подняла глаза, когда он шел мимо столиков. Он будто занимал собой все помещение. У него была цель, он шел к цели, будто точно знал, куда он идет. Он достал что-то из своей куртки. Мужчина за столом, казалось, знал, кто он. Был щелчок и какой-то грохот. Повсюду кровь, люди застыли. Я не исключение, я даже спряталась к своему стыду. Я не смотрела на него, пока он не ушел. Вам не должно быть стыдно. Это абсолютно естественная реакция. Самосохранение – наш главный инстинкт. Но я должна была проверить, могу ли я помочь тому мужчине сделать хоть что-то. Вы сделали что-то. Вы поступили правильно. Миссис Асвар, вы помните, сколько было времени? Около 2 часов. Простите, что мне больше нечем помочь. Это ничего. Вы помогли больше, чем думаете. Вы уверены? Конечно. Спасибо, что пришли поговорить со мной. Констебль вас проводит. Берегите себя. Сраная трата времени. Вы чё, чуваки? Вот Джек. Мы правда на это пойдем? Да, мы правда на это пойдем. Ты уверен, что этот придурок стрелять умеет? Я ни единому слову его не верю. Да, он тот еще змеёныш. Но он знает об улицах больше, чем мы все вместе взятые. Так что если он укажет на кого-нибудь, это он. Слушай, Джек, мне нужно быть здесь. Этот чувак спас мне жизнь, его сестра приютила меня, когда у меня ничего не было. Ты ничего нам не должен, чувак. Да заткнись ты, сыкло. Потратил на дело пенни, потратишь фунт. Инспектор Чалмерс, прошу прощения, я вас не услышала. Кусочки пазла складываются. Мы выяснили, где он находится, осталось узнать одно. Почему? Хорошо, поторопись. Общество в ужасе. Ему нужен покой. Уж не говоря о прессе, которая ждет новостей.
Нельзя допустить заголовка о том, что мы пренебрегаем жителями города. Не переживайте, сэр. Я последую вслед за правдой. И если... Неизвестный номер. Что-то срочное, инспектор Саммерс? Нет, сэр. Сейчас цель — это дело. Приятно это слышать. Убедитесь, что правда ведет вас, а не наоборот. Нам не нужно еще одно дело Донована. Разумеется, нет, сэр. Мы знаем, кто убийца, нужно лишь подтвердить вину мотивом и уликами. Вы в центре внимания, Саммерс. Хорошо выглядеть недостаточно, займитесь делом. Прошу прощения, сэр. Отделение вступилось за вас после всего позора, что вы на него навлекли. Хотя некоторые считают, что вам здесь не место. Вам нужно завоевать уважение ваших коллег. Это понятно? Если не ради карьеры, то ради чести ваших павших товарищей. Мы друг друга, поняли? Да. Да, конечно, сэр. Я поступлю правильно ради отделения и детектива Скинли. Тогда за дело. Неизвестный номер. Вы свалите или как? Ну, как хотите. Дайте мне выполнить мою работу. И дальше не зайдет. Иначе я вышибу ему чертовы мозги и скормлю их вам. Тройной кофе. Как ты любишь? Спасибо. То, что мне нужно. Что произошло между 10 и 2 часами? Что сподвигло тебя на серию убийств? Она опустилась быстрее, чем моя женушка прошлой ночью. Пару раз по лицу, и она засосала, как пылесос. Думаю, тебе пора. Пока удача не отвернулась. Давай же. Ты уже должен знать. Когда ты хозяин крупнейшей фирмы, удача не отворачивается. Мне плевать, чего ты там хозяин. Вижу, как поднимаешь руку на леди, кем бы она ни была. Сотру ту ухмылку с твоей рожи. Правда? Да. Ладно, господа. Мне нужно на работу. На улице. Ты еще можешь уйти. Я не говорю, что ты должен, но ты еще пока можешь. Это ее не вернет. Сделаешь это. Либо разбогатеешь, либо подохнешь к концу дня. Да будет так. Где хочешь начать? Не переживай. Я отправлю кого-нибудь к Анжело. Найди кого-нибудь, кто помогал тебе вчера. Снова берешь на себя инициативу? Так мы скоро все будем работать на тебя. И перестать работать с тобой? Ни за что. Доброе утро. Спасибо, что так быстро пришли. Не то, чтобы у меня был выбор. У всех есть выбор. Вы просто сделали правильный. Надеюсь, так будет и дальше. Ладно, начнем. У меня дел полно. Пробегитесь по вчерашним событиям. Посмотрим. Сегодня четверг, да? Значит, вчера была среда. Вас интересует среда.
Погодите, я пытаюсь думать. Все, вспомнил. Я встал, поссал, зад почесал, зубы почистил, залез в душ. Давайте дальше. Начнем, скажем, с 10 утра. Может, расскажете, в чем дело? Думаю, вы прекрасно знаете, в чем. Не расскажете, что случилось, когда Тедди его привез? Никак человека в покое не оставите, да? Я расследую преступления. Он замешан в одном из них. Мне нужно искать тех, кто поможет мне найти ответы. Я никуда не тороплюсь. Так что будьте добры, поговорите со мной. Ладно. Да, Тедди его привез. Он вошел, сел в будку, я налил ему чаю. Дал поесть. Говорят, он уже ел. Мы поболтали. Потом пришли клиенты, я пошел работать. Он сидел там весь день. Никуда не отходил? Как ни посмотри, он был там. Значит, где-то около 2. Он не мог быть где-то еще. Что мне ответить? Если это так, значит, я заработался и не увидел. Старые друзья не объявлялись? Я не знаю, что вы там думаете, но когда сидишь в тюрьме 10 лет, старые друзья не забегают сказать привет. Мир продолжает вертеться без тебя. Выпьешь? Не откажусь. Скотч большой, если такой есть. Барри, большой скотч. Слушайте, все, что я достал, написано здесь. Я еще не все точки над «и» расставил. Жду пары звонков. Ты говоришь там то, чего не знаешь. Что нам делать? Всех убить? Надеюсь, что среди них будет виновный? Не совершая ошибку, полагая, что они ангелы. Мир без них гораздо лучше, поверь мне. Суть не в этом. Каждый из этих ублюдков, каждый нанес вред твоей сестре. Каждый. А она отбивалась от них так, как только могла. Знаешь... Тебя не было рядом, и не надо. Ты хорошо справлялся. Я просто подчеркиваю факты, вот и все. Никто не говорит, что ты должен делать это. Ты только вышел. Оставь это все. Начни новую жизнь. Можно я пойду? Мы не закончили. Я все. Если меня ни в чем не обвиняют, я могу идти. Пока что. Но, возможно, мы увидимся снова. Очень скоро. Жаль, что вы не прикладывали столько усилий, чтобы поймать ублюдка, убившего его сестру. То было не мое дело. Но, кажется, вам от этого было лучше. Вам достался ее бар? Может, здесь тоже нужно копнуть поглубже? Серьезно? Грабительские расходы, неоплаченные счета. Отличный мотив. Раньше вам это не мешало обвинять невиновных. Вы перестали быть невинны, как только вышли из утробы матери. Вы меня не знаете, дамочка. Слухи ходят разные. Да. Я тоже много чего слышу. Я слышал о том бедном мужчине, который повесился. Вы обвинили его в том, что он якобы приставал к своим детям. Против него вся деревня ополчилась, пока он больше не смог этого выносить. И кто это был? А? Грёбаный сосед! Тот же ублюдок, что сливал вам инфу, на которой вы строили дело. И чего ради? Повышение? Я совершил ошибку. Мы все их совершаем. Но здесь ошибки нет. У меня есть свидетели, ДНК, улики, все, что только нужно. Палец на курке, кровь на его руках. Что это? Те же улики, что в тот раз? То было не моим делом. Да какая разница? Весь участок коррумпирован. Тогда помогите мне сделать все правильно. Правильно? Вы бы не поняли, ударь вам правда прямо в лицо.
очередной удовлетворенный клиент. Может, сделаете перерыв? Смена будет долгой. Пригони машину. Рока! Я попросил машину пригнать, а не ковры мести. Что ты делаешь? Что? Может, дома оставишь? А, да, прости. Не знаю, чем думал. Мозби. Детектив, честно говорю, я недостаточно умен, чтобы умничать. Первая честная фраза за весь день. Не обязательно меня оскорблять, у меня есть чувства. Расскажите, как видели его на вечеринке. Верно, его возвращение домой. Да, да, я его видел. Там столько народу было, я едва смог с ним поздороваться. Но вы его там видели. Да, это же была его вечеринка. Нельзя же проводить вечеринку без виновника торжества. Когда это было? В 10, может, позже. Я не смотрел на часы. Значит, он пришел сразу после перестрелки в Лапландии. Ничего не знаю, это вообще он? Вы не заметили никаких странностей? Споров, пятен крови на одежде. Что-то, что было бы не так. Нет, ничего такого. Я пойду. Советую вам далеко не уходить. Господи Иисусе, если дьявол зайдет в церковь, та, скорее всего, сгорит дотла, погрязнув в пасти ада. Сегодня день будет библейский. Это Джек, наш четвертый всадник. Да помоги им, Господь. Их бы предупредить, что мы близко. И смерть придет вместе с нами. Какие новости? Все жертвы были горожанами среднего класса. Коллеги или соперники? Последние, сэр. Кто-то ликвидирует соперников ради кого-то еще. Я ставлю на Мартинеса. Кличка у него Ромео. Его должны привести для допроса. Зря. Я знаю его семью. Они дисциплинированы, организованы, умны. Насилие с ними никак не ассоциируется. Это безбашенность, неумение прощать, месть. Его не было 10 лет, сэр. За столько времени человек может измениться. Он вне игры, ему надо вернуться. Как-то натянуто. А теория — это именно то, что мы с вами недавно обсуждали. Факты, Саммерс, а не ваши догадки. Сэр, но моя работа не безрезультатна.
Я получаю результаты, потому что прислушиваюсь к себе. А мне кажется, что в деле замешана торговля наркотиками. Если вы продолжите двигаться в неверном направлении, я передам дело другому. Почему нельзя просто играть в игру, порадовать вашего начальника, проверить смерть сестры и доложить обо всем мне? Все очень расстроились, когда в том году дело бросили из-за нехватки улик. Если бы убили мою сестру, и я бы не смог ее защитить, я бы искал справедливости. Месть — это несправедливо, сэр. Для него и месть сойдет, раз справедливости не дождется. Спасибо за ваш вклад, сэр. Грин, сэр. Он, как обычно, взбудоражен. Он думает, что наркотики здесь ни при чем. Легко мыслить объективно, сидя за столом. Все просит заняться смертью сестры. Лучше прикрыть себя, чем потом выслушивать, я же говорил. Ты достал запись посетителей из тюрьмы? Да, но ничего интересного. Черт. А телефон Рошель? Да, один звонок. Незарегистрированный номер. Значит, мы не приблизились к разгадке ни на шаг. Возьму сестру на себя. Как-нибудь мы доберемся до правды. Спасибо, Том. Нужно поговорить. У меня недостающий кусок вашего расследования. В следующий раз возьмите трубку. Неизвестный номер, который все время названивает, это тот репортер из трибуны. Что? Грязный маг? Этот параноик? Еще бы он звонил со своего номера. Он хочет подчистить дело Донована. Что ему нужно? Я не узнаю, пока не перезвоню, так? С ума сошла? Чалмарс и так на твое дело глаз положил. Поговоришь с ним, и все пропало. Никто не говорит с грязным маком, и особенно ты, поняла? Я знаю, что не надо говорить с ним, Том, но у него есть какие-то данные по делу. Да хоть данные на лорда Лукана, мне плевать. Не говори с ним, и все. Привет. Что у вас для меня? Вы местных до чертиков напугали. Колеса начинают крутиться, брат. Люди не станут сидеть. Они знают, кто мы? Нет, но они нацелены выяснить. Они допрашивают уличных мальчишек, ищут ответы. Но ты знаешь, как это бывает? Ваши поиски — это всего лишь дело времени. Все закончится прежде, чем станет проблемой. Что он говорит? Говорит, иди нахер. Ты со мной говоришь? Нет, не с тобой. Муха над ухом жужжит. Есть адрес? Да, есть ручка. Продолжай. Ящик. На ферме по дороге А1. Ты знаешь, где это? Понял. Позвони, если еще что знаешь. Хорошо. Что с тобой не так? Что? Что я по-твоему делаю? Храню секреты? Что? Что? Ты дитя малое? Я не ребенок. У меня есть адрес. Эссет Стрит. Опять ты? Нашли тело. Время смерти между 11 и часом дня. Тело отправят в морг для подтверждения. Почему это так долго хранят в тайне? Здесь так принято. Все привыкли к суматохе. Никто ни о чем не подозревал, пока не всплыло тело. А связь? Когда территорию осмотрели, свидетели сообщили следующее. Высокий бородатый мужчина гонится за ними. С ним кто-то еще? Да, трое, описание размытое. Обычные люди, видимо, не привлекают столько внимания, как маньяки. Все ок? Да, бро, ты как? Хорошо, в чем дело? Есть тут одно дельце. Что она говорит? Черт, бро. Она такое умеет, я и подумать не мог. Веришь? Я до сих пор не отойду. Боже, она настоящая, бро. Можно на пару слов, чувак? Будь у тебя я. Че она говорит? Квагамама или Нандос? Блин. Полегче. Вы знаете, с кем связались? Не думаю.
Да ладно тебе, пожалуйста, не надо, не надо. Нет, прошу, нет. Нет, нет, нет. Личности установлены? Да, мелкая уличная банда. Костоломы. Да, но эти друганы не дотягивают до нашего мистера из ресторана. Да, но... Так заполнится твоя схема? Схема времени? Это прыжок между двумя зданиями над пропастью. Тогда я чертов Супермен. Угадай, кто живет в трех домах от места, где нашли тело. Продолжай. Наш друг Мосби. Ведь лучший способ спрятаться — постучаться к своему лучшему другу. Приведи его сюда, Грин. Приведи сейчас же. Офицеры уже в пути. Если так, проверь ДНР. Посмотрим, связан ли мистер Крутой с Костоломами. Так точно. Да упокоится она с миром. Теперь она поистине отомщена. Слышь, а тут охрененно. Спасибо. Но шариков можно было и побольше. Ничего, сгоняешь в магазин? Какие ты хочешь? Которые надувают. Типа как на день рождения? Это вечеринка в стиле «Добро пожаловать, Рок». Как ты думаешь? Не слушай их. Сходи в магазин и купи обычных цветных шаров. Ладно. Давай, молодчина. Побыстрее, Рока. Вы двое, хватит его запугивать, он часть нашей команды. А сам-то? Я знаю, когда остановиться. Если тебе показалось, что мне не насрать, скажи, пожалуйста, не хочу произвести ложное впечатление. Еще налей, будь добр. Значит, ее нашли с четырьмя огнестрельными в голове и теле. Свидетелей нет, дело пытались обжаловать, но в итоге заморозили. ДНР отметил, что ее бар находился под наблюдением, подозревалось, что это место использовали для импорта и экспорта. Когда дело чуть не дошло до ордера на осмотр БАМ, ее убивают, бар закрывают, наблюдение останавливают. Возможно, Анджела стал хозяином бара, чтобы начать бизнес снова. Мотив, но я на него не куплюсь. Он далеко не чист, но я слышала в его голосе искренность, когда он говорил о нехватке справедливости для нашей жертвы. Он понял, что это глухарь, поэтому его имени нет в отчете. Он может быть замешан, все это как-то связано между собой. А наркотики просто совпадение? Сомневаюсь. Кстати, Ромео уже задержали? В квартире его не нашли. Патрульные следят за домом. Он ничего не скажет. Если ты права, он поменял имя, чтобы избавиться от конкурентов. Он далеко не дурак. А если это он ее убил? Лучший способ узнать, кто убийца, это не выйти. Простите, мэм, привезли бездомную из приюта на Бит-стрит. И? Поговорите с ней. Она была вчера на перестрелке. Приведи ее. Вчера вы стали свидетелем перестрелки. Безумие. Драконы дышат огнем. Все горит. Сосредоточьтесь. Что вы там делали? Дерьмо. Он сказал, что не заплатит за дозу, чтобы проучить меня. Кто хотел вас проучить? Сказал, что я постоянно лажаю, и мне придется заплатить. Связал и избил меня. Где? Где вас связали? Мне связали руки. Нет. Марни, где вас держали? В логове дракона. Хорошо. Вы были на складе. Ну, точнее, в логове дракона. Вас связали и избили. Что потом? Thank you.
Знаешь, почему я тебя ударил? Если я прощу долг такому ничтожеству, как ты, то никто не будет платить. Все должны отвечать за свой выбор. Бам! И тут началась стрельба. Марни. Марни, вы видели их лица? Это были демоны, мэм. Настоящие демоны с жутким адским пламенем в глазах. Отведите ее в камеру. Принесите что-нибудь поесть, кофе и сменную одежду из бюро находок, а эту заберите на экспертизу. Да, мам. Я попрошу посмотреть ее дело, но... Да, неважно. Идем. Я угощаю. Неизвестный номер. Оставайся. Я принесу обед. Если думаешь, что знаешь все о перестрелке, ты ошибаешься. Я знаю правду. Ты не видишь дальше своего носа и ничего не знаешь. Тебе не нравятся мои статьи. Но я всегда говорю правду. Насчет тебя я тоже был прав. Из-за нашего разговора меня уволят. Если ты меня не выслушаешь, то тебя точно уволят. Чего тебе нужно? Мы можем увидеться. С чего ты взял, что я когда-нибудь соглашусь на встречу с тобой? Я знаю, ты отчаянно пытаешься все исправить, но ты делаешь все неправильно. Если ты что-то знаешь... Дай показания, иначе я тебя арестую за препятствие следствию. Если я дам показания, меня убьют. Слушай, у меня нет времени разбираться с твоей теорией заговора. Я скину свой номер. Это защищенная линия. Если захочешь поговорить,
позвони. Но так или иначе, это скоро закончится, и очень и очень скоро. И тебе придется выбрать, на чьей ты стороне. Знаете, я начинаю думать что-то личное, да? Вы снова притащили меня сюда. Из-за того, что я подвез бывшего зэка к проститутке, а потом эту же проститутку на вечеринку к бывшему зэку? Да куда катится эта сторона? Это ж преследование, вот что это, преследование. Отличная история. Вы закончили? У нас есть вопросы. Еще? Я ж все рассказал. Это нам решать. О, ты, наверное, в жопе распозвал напарника. Где вы были вчера между 11 и часом дня? О, я был дома, смотрел телевизор. Вы слышали об убийстве рядом с вашим домом? Я не говорил, что живу в этом доме. Что вы смотрели? Что? Вчера. Между 11 и часом дня. Что вы смотрели? Свободная женщина. Это ложь. Она начинается в 12:30. Что, я смотрю на выходных? Каждый раз, получая зацепку, мы натыкаемся на вас. И в чем именно меня обвиняют? Вас обвиняют во всем, что я скажу. Я даже не знаю, что сказать. Если у вас нет доказательств, больше не задерживайте меня. Иначе я подам жалобу за то, что меня привлекли за дело наркоторговцев. Я не говорила о наркоторговцах. Разве возле моего дома убили не наркоторговцев? И, вероятно, они получили по заслугам. Теперь прошу прощения, мне надо подвести одну девушку. Как великодушно. Кошмар какой-то. Он постоянно увиливает от ответа. Возможно. Но он прав. Без доказательств у нас ничего нет. Надо играть честно. Иначе как мы вообще можем бороться за правое дело? Думаешь, это большая? Да ты не видел огромных задниц. Кстати, о них. У твоей матери жопа побольше. Я-то знаю. Ты знаешь. Лучше отойди назад, иначе еще один шаг, и ты пожалеешь. Отойти назад? Да. Ну ладно. Да. Да. Я отсюда тебя достану. Да, достану. Так, нормально? Давай, другого шанса не будет. Давай, стреляй, убей меня. Или сделаю так, что ты исчезнешь. Ну ладно. Но он же взрослый мальчик, взрослый. Взрослый мальчик. Давай, сынок, давай. Все, все, хватит. Хватит. Джек, Джек. Ты промазал, Джек. Да какого хрена? Я люблю тебя, Джек. Гнусная сволочь, пошел ты. Твою мать, да что с тобой? Чертов кретин. Давно нужно было поставить его на место. Ты такой придурок, когда выпьешь. Да, знаю. Просто... я в отчаянии. Мне ее не хватает. Знаешь, я ее видел. И все это сегодня. Да. Нам всем тяжело. Я не хотел ему грубить. Джек! Джек, дружище, прости! Джек, прости, я вел себя как придурок! Я люблю его, я люблю тебя, дружище! Я тебя люблю, я правда его люблю. Да, и мы тебя тоже, придурок. Черт, давай напьемся. Да, давай напьемся. Алло? Кто это?
Да. Кто это? Ясно. Он будет в клубе? Да. Да, это Риз, я его знаю. Ладно. Да. Я твой должник. Ладно. Держи. Спасибо. Твой пацан такой тормоз. Вокруг? Да. У меня плохие новости, он ушел. Ушел? Куда ушел? Он умер. Кто? Ризла. Решил отомстить за то, что убил его людей. Билли знает? Да брось. Ничего он не знает. Сколько ты убил? Человек 10, 11? Грязный Гарри был в ресторане. Он рассказал им, что ты убил Маскела. Где мне его найти? Энк, оставь. Где мне его найти? Вечером он будет в клубе. Почему вы не пришли раньше? Послушайте, вы не знаете, на что они способны. Они психи. И могут сделать так, что человек исчезнет навсегда. Понимаете? Тогда зачем сейчас пришла? Я видела, как вчера Ризла убил парня в клубе Dirty Man. И в этом виновата я. Он был хорошим парнем. Я сдала его, чтобы спасти себя. Ты знаешь, кто это был? Нет. Он был с теми, кто убил гопников на Ассет-стрит. Он был с ними? Пожалуйста. Ну? Дай этой девке по башке. В чем дело? Все белые на одно лицо? Прости. Да, он был с ними. Ты уверена? Да. Можно я пойду? Я все сделала, как вы просили. Вали, пока я не передумал. Офицеры проверят адрес, что ты дала. Если они найдут тело, мы узнаем, кто это был. Вы правильно сделали, что пришли. Да, но... Жаль, я не пришла раньше. Тогда он был бы жив. Привет, Мэтт. На твоем месте я бы ушел отсюда. Большой Э. Он здесь.
Пока мы не начали, хочу заметить, что мой клиент пришел по своей воле и может уйти в любой момент. Ясно. Ромео, ты всегда приходишь в участок вместе со своим адвокатом. Мистер Мартинес пришел сюда добровольно. И тем не менее, исходя из прошлого опыта, вы выдвигаете против него обвинение, и по этой причине, и никакой больше, я посоветовала мистеру Мартинесу всегда брать меня с собой, даже когда он помогает с расследованием. И мы вам очень признательны, Ромео. Простите, мистер Мартинес, за это. Если не возражаете, я задам вашему клиенту пару вопросов о перестрелке в клубе. Что ж, я не возражаю, детектив Саммерс. Однако не сомневайтесь, если ваши вопросы окажутся неподобающими, или вы попытаетесь связать моего клиента к этому делу, встреча будет окончена. Мы поняли друг друга? Очень хорошо. Ну что ж, начнем. Вы знаете о событиях, которые произошли вчера? Об убийстве? Прямо посреди дня. В двух шагах от полицейского участка. У вас есть личные сведения об этих событиях? Я вас предупреждала, детектив. Я лишь говорю, что мистер Мартинес, уважаемый человек, имеет связи в обществе, и, возможно, у него есть источники информации, которых нет у нас. Местные бизнесмены обеспокоены. Мы обсуждали эти события. Ужасные события. Да, детектив. Ужасное событие. И это касается не только спровоцированного вчера нападения в ресторане, но и стрельбы в мужском клубе ночью. Да, как я мог забыть? О кровавой бойне в промзоне. А репортеры и полиция скрывают информацию об этом. Когда криминалисты закончат работу на месте преступления, мы сделаем заявление. Но расследование привело к тому, что мы нашли связь между жертвами. И что, их убил один человек? Или он был не один? Все жертвы были наркоторговцами. Еще раз, чем вы занимаетесь, мистер Март? Ну все, мы уходим. Может, мой адвокат и та леди в синем прогуляются и принесут нам воды? Хорошо. Теперь мы с вами одни. Я слушаю. Хорошо. Вы делаете свою работу, а я свою. Давайте говорить прямо. Я знаю, этот белый вышел и начал всех убивать. А я знаю, что это вы наняли, чтобы убрать конкурентов. А я думал, вы умная женщина, детектив.
Зачем мне кого-то нанимать убить его, если я могу убить его и просто так? Зачем так рисковать? К тому же я знал, что эта роль уже занята. Обычное дело? Я вас умоляю. А вот я знаю вескую причину. Вы убили сестру и подставили другого, убив выстрелом двух зайцев. Послушайте, я не без греха. Но у меня есть принципы. Я не убиваю женщин и не работаю с женщинами и детьми. Ясно. У вас есть принципы. Рада за вас. Но это не значит, что вы ангел. Раз мы начали шутить, я расскажу вам анекдот. Знаете, вчера мне сказали, что я не могу даже помочиться без позволения человека, который подставил того белого. Научи своих псов манерам. Они защищают меня, вот и все. Ты же слышал, что кто-то избавляется от ненужных людей. Пара смертей пойдет на пользу. Пусть знают, что лучше не лезть. Ты что-то знаешь, да? Я знаю цену хорошей информации и цену дружбе. Так мы теперь друзья? Друзья нужны всем. Тебе, мне, всем. Каждому нужен в жизни человек, на которого можно положиться. Значит, ты мой друг, и я могу на тебя положиться? И как мой друг, ты не предложил мне выпить, а я бы не отказался. Свое здоровье. О, да. Хорошо пошло. Что это, двойной? Двойной односолодовый? Да брось. Да ладно. Мне можешь сказать? Хорошо. Можешь сказать, это будет нашей тайной. Я могу пить его хоть каждый день. Вот что значит быть своим. Нет. Нет, 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 нет. Ромео, нет. Кажется, ты думаешь, что это Бог помог тебе добиться всего, что у тебя есть. Ты так думаешь? Ты дышишь, потому что я тебе разрешил. Ты живешь в этом шикарном доме с двумя головорезами, потому что я тебе это разрешил. Ты живешь в моем городе, потому что я тебе это позволил. И даже не думай, не питай иллюзий, что ты сам себе хозяин. Если мне вдруг покажется, что ты бесполезен, то я тебя убью. Слушай, слушай. Слушай, может, нам стоит немного успокоиться? Я не хотел тебя обидеть, Скиннер. Я никогда бы не посмел. Я думаю, ты имеешь право возмущаться. Они тоже думали, что имеют право возмущаться. Но я... То пеняй на себя. Надо тебя сфоткать. Вышел бы отличный кадр. Да. Ладно.
Следующие сутки пусть твои ребята не появляются на улицах. И ты увидишь, как все меняется за один день. И зачем ты ему это сказал? Ромео, назови имя. В глубине души ты этого хочешь. Я выключила диктофон. Просто скажи, с кого начать. Слушайте, дамочка, думаете, он не тронет меня и не выкинет из бизнеса? Он сильнее нас с вами. Я под защитой. Пока что. Но если я стану бесполезным, эта защита обернется против меня. А вы детектив. Так что делайте свою работу. Мистер Мартинес, я встретил вашего адвоката и решил лично поблагодарить вас за сотрудничество. Уверен, ваша помощь поможет раскрыть дело. Спасибо, инспектор. Детектив Саммерс. Мистер Мартинес. Сэр, зачем вы пришли? Я почти расколола его, он мог все рассказать. Все? Он знает больше, чем вы? Я же сказал, это он убил свою сестру. Из-за мести. Вы должны были заниматься этим делом и только им. Это официальное расследование, которое мы ведем. Вам понятно? Но, сэр... Вам понятно? Без сомнения, вы считаете, что вас ждет блестящая карьера. Научитесь выполнять приказы или ищите новую работу. Почему вы указываете мне, когда закрывать это дело? Мы же госслужащие. Или вы забыли об этом? И я найду всех, кто замешан в этом деле. С меня хватит. Вы ослушались приказа. Я отстраняю вас от дела. Передайте материалы инспектору Грину и идите домой. А завтра я жду вас у себя в кабинете, и мы поговорим о вашем будущем. Понятно? Черт! Что случилось? Боже, Том, даже не знаю, с чего начать. Успокойся, ты раскроешь дело. А это больше не мое дело. Оно твое. О чем ты? Чалмерс. Он меня отстранил. Что сделал? Свою работу. И что ты будешь делать? Не знаю. Пойду домой, налью себе виски, выпью. А потом еще налью. А потом еще. А потом? А потом сделаю, что подскажет чутье. Сегодня был очень тяжелый день. Да упокоятся души наших близких. Поприветствуем нашего сына. Он вернулся домой после несправедливого приговора. Поднимем же бокалы за этого здоровяка. У нас получилось, черт.
Вы арестованы за убийство Нила Маскила, Джерома Ритцла, Юрия Орлова и других участников сегодняшних событий. Я говорил им, не высовывайтесь. Если не ты, то придут за тобой. Дерьмо! На улице полно полицейских! Чего тебе надо? Извини, ты не позвонила, и я решил прийти сам. Люди, замешанные в этом, прошли долгий путь и доказали, что сделают все ради того, чтобы защитить свои грязные тайны. Мне нужны доказательства. Что у тебя? Это касается Скинли и вчерашней перестрелки. Скиннер! Инспектор Чалмерс. Чалмерс. Всегда вам рад. Но я бы посоветовал вам уехать. После сегодняшнего происшествия я решил убедиться, что у вас все под контролем. Не уверен, что это выйдет нам боком. Я отправил ему сообщение. Он точно его услышит. Ромео — идеальный козел отпущения. И когда обрубим концы, убедись, что он не выйдет из этого здания живым. Ты доверяешь своим людям? Твои люди — наши люди. Слушай, пусть они останутся на улице. Чем больше свидетелей, тем меньше будет подозрений. А теперь езжай домой и ложись спать. А потом, когда ты будешь готов, назначь на это дело другого детектива, который не будет совать нос не в свое дело. Это была плохая идея. Нет, нет, нет. Паниковать и терять голову – вот это плохая идея. Это был несчастный случай. 5 выстрелов в голову и труп. Это не несчастный случай. Да, сэр. Все будет сделано. Он в здании. И не должен выйти оттуда живым. Группа «Браво», пошли, пошли! Браво, ответьте. Вы его взяли?
Взяли его? Он всего лишь пацан. Что за перестрелка? Вы его взяли? Прием. Группа «Браво», доложите. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам. И как ты узнал об этом? Я не могу выдать источник. Тогда с чего бы мне тебе верить? Ладно, ладно. Только между нами, это моя сестра. У нее были долгие отношения со Скиннером, и она решила поставить точку. Она записывала его телефонные разговоры, копировала имейлы, сообщения, и теперь у нас есть бумажные улики. Выходи, где бы ты ни был. Выходи. Знаешь, все должно было быть проще. Но ты заставил меня убить моего старого друга. Мы же еще друзья, да? Знаешь, ты оказал мне большую услугу. Я уничтожил всех своих конкурентов. Я должен признаться. Когда я подставил тебя много лет назад, я знал, что ты будешь полезен. Но черт возьми! Ты вышел не в подходящее время. Тебя разыграли. Тебя разыграли, как в детстве. Так же, как когда ты был на улице. Как когда ты был на нарах. Как два пальца. Выходи! Ты был просто куском мяса. Жаль, что твое сердце больше, чем мозги. Я манипулировал тобой. Манипулировал всеми. Знаешь, кем я теперь стану? Это были твои последние слова. Мужик с большим ртом. Хочешь услышать перед смертью, что я скажу тебе, ублюдок? Твоя сестра совала свой нос куда не следовало, черт возьми. Поэтому инспектор выпустил в нее всю обойму. Она даже не поняла, что произошло. Ну и что ты об этом думаешь? Думал, никогда не заткнешься.
Я больше не веду это дело. Но, конечно же, тебе это не нравится. Ведь здесь замешаны большие люди. Если твои слова правда, уверенно найдется следователь, который совсем разберется. И что же будет с ним? С этими людьми? Если отвернешься, они обо всем узнают, и нам конец. Послушай. У меня есть коллега. Регистрируйся с промокодом 25winner и получи эксклюзивный бонус от надежного букмекера BetWinner. Нет, я им не доверяю. А что мне тогда делать? Просто будь осторожней. Кто может мне звонить? Да? Вы меня узнали? Да, детектив, я узнал вас. Защита, о которой вы говорили, к утру ее не будет. Это правда? И ваша единственная надежда — дать показания. Ну же, поступите правильно, пока они не утащили вас за собой. Да. В обмен на показания моему клиенту нужен полный иммунитет. Не могу обещать, но мне кажется, ваше предложение примут. Что ж, тогда, детектив Саммерс, и поговорим. Сегодня объектом пристального внимания стала городская полиция, поскольку инспектор Чалмер, детектив Скинли, подозреваются в коррупции и незаконном обороте наркотиков. Осведомитель предоставил показания очевидцев и доказательства, предоставленные журналистом Трибьюн, Маком Роуклиффом. Этих доказательств хватит для арестов. Хотя министерство еще не сделало официального заявления, нам сообщили, что в ближайшие 24 часа будут задержаны остальные подозреваемые. Отличная работа, шеф. Да, но в бочке меда есть ложка дегтя. Не думаю, что разрешат арестовать одного из наших. Они предали все, во что мы верим. Приступили законы, больше не одни из нас. Если не согласятся... Пусть идут к черту. Идешь домой? Да. Может, пойдем и выпьем? Отметим победу? Может, выпьем за Донована? За Донована. Звучит неплохо.